Всем привет! Сегодня готовим необычное оладье на кока-коле. Берем глубокое блюдо и насыпаем в него муку вместе с разрыхлителем. Затем перемешиваем сухие ингредиенты с помощью венчика или обычной столовой ложки. Здесь можно положить сахар, но кола уже сладкая, поэтому я дополнительно не слащу. Затем разбиваем в миску яйцо и наливаем совсем немного молока. Снова все хорошенько перемешиваем с помощью обычного ручного венчика. Теперь настал черед главного ингредиента – кока-колы. Открываем бутылку и отмеряем нужное количество с помощью мерного стакана. Затем добавляем нашу колу в тесто. Кстати, это можно сделать частями. Добавить немножко кока-колы, перемешать, затем добавить еще немножко и снова перемешать. Так вам будет легче регулировать густоту теста и проще избавиться от комочков. Но если вы нальете сразу всю колу, тоже ничего страшного, просто придется подольше поработать венчиком, чтобы разбить комочки. И последний ингредиент. Наливаем немного растительного масла. Самого обычного у меня было подсолнечное. Наливаем его в тесто и снова хорошо перемешиваем. Перемешиваем тоже в последний раз. Ну или в крайний, или в завершающий, как многие не любят говорить в последний. Ну ладно. Тесто по консистенции получается довольно густое, похожее на сметану. Теперь с помощью обычной столовой ложки выкладываем оладьи на сковородку. Внимание, жарить оладьи нужно на сухой сковороде, маслом ее смазывать не надо. В этом и фишка американских блинчиков, они готовятся всегда на сухой сковородке. Жарим на медленном огне с двух сторон, до румяного цвета. У нас получаются вот такие красивые оладьи на кока-коле. Они достаточно своеобразного вкуса, но думаю, что хотя бы один раз их нужно попробовать. Приятного вам аппетита!